Ремонт улицы Гагарина ведется с прошлого года в Вологде. В рамках первого этапа специалисты проложили ливневую канализацию, обустроили дождеприемные колодцы и уложили нижний слой асфальта. В новом сезоне работы продолжаются. Все перезимовало отлично. То есть осталось уложить еще один выравнивающий слой асфальта и верхний слой асфальта бетонного покрытия. Рабочие уже установили бортовые камни и обустроили съезды. Сейчас приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. На объекте трудится порядка 20 единиц техники и столько же рабочих. Со следующей недели дорожники выйдут на завершающие работы – укладку верхнего слоя. Ну, сейчас на века уже все построено. Хорошо, молодцы, спасибо. Вам здоровья. Стартовали дорожные работы и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На окружном шоссе в этом году отремонтируют сразу два участка общей протяженностью 4 километра. Помимо ремонта проезжей части, запланировано и обустройство тротуаров. Тротуары, которые жители просили, на моей памяти, наверное, лет 5 как минимум, это тротуар от улицы Возрождения в сторону ленты. Параллельно ведутся работы и на участке улицы Кирова. От дома номер 6 до дома номер 78. Специалисты проводят фрезерование и обустраивают бордюр. Список этих улиц был составлен ранее. Прислушивались к мнению жителей нашего города, потому что там, где больше трафик, там, где больше всего жало было, в первую очередь эта улица и попадала в проект «Безопасные качественные дороги». Ну и стараемся комплексно подходить, то есть не только ремонтировать дорогу, но и тротуары. Стараемся комплексно смотреть на вопросы безопасности. В этом году ремонт по проекту «Безопасные качественные дороги» пройдет на 8 участках. На эти цели выделены средства из бюджетов 3 уровней. Столица нашей области Вологда стартовала с капитальным ремонтом уличной дорожной сети. В этом году в Вологде предстоит отремонтировать огромное количество дорог, 8 улиц, более 12 километров дорожного полотна, объем инвестиций более 700 миллионов рублей. Всего с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в областной столице отремонтировано 56 участков улиц. Екатерина Шабалова, Карина Ершова, Илья Падерин, Вологда РФ.